Да, ну как проходит адаптация? Что сложно, что легко? Да, в принципе, все по нарастающей, наверное, проходит. Уже чувствую себя хорошо, комфортно в команде, и на льду, в принципе, тоже. Ну, конечно, есть нюансы, которые надо прибавлять, но, думаю, не все сразу. Сильно отличается вот эта лига от той, где ты играл раньше? Отличия, конечно, есть. Первое – это площадка, скорости. Из-за этого, наверное, приходится быстрее двигаться, быстрее принимать решения, чтобы не обокрали, наверное, и не встретили. Многие отмечают твой физический элемент, то, что у тебя физика хорошо поставлена. Ты этому уделяешь какое-то особое внимание? Ну, не сказал бы, что какое-то особое внимание. Ну, тренируюсь. Здесь тренера очень хорошо помогают в этом плане. Так что проблем с физикой нету. В стиле игры хоккей. Ты играешь сейчас в звене с Евгением Малкиным. Насколько тебе легче играть именно с русским? Не могу сказать, наверное, легче, не легче. Ну, комфортнее то, что, конечно, он может подсказать. И легче где-то, наверное, перестроиться в каких-то моментах именно сразу на льду, чтобы кто-то со стороны подсказал и как раз дополнил, наверное, слова тренера какими-то нюансами, которые я могу не понять. А когда ты принял решение приехать сюда и почему? Ну, давно хотел, но просто никогда, наверное, не было вариантов особых. В том году появились, и в этом году появились. В том году сложно было уехать, так как 2 года еще контракта. Тут остался 1 год, и я все-таки решил не затягивать этот момент, потому что дальше может быть сложнее с выбором. Ну и последнее, что ты ждешь от этого сезона? Какие-то цели, планы у тебя есть? Хочу, наверное, показать себя по максимуму, потому что для меня все новое и интересное. Хочется, наверное, тренироваться, добавлять и показывать лучше просто свой хоккей.